Всем поклонникам большого кино! В кинотеатре «Спартак» с 13 по 19 декабря кинофестиваль «Осень по скриптум». В программе победитель нескольких фестивалей аниме-фильм «Письмо для Момо», обладатель «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля 2012 драма «Любовь», фильм, получивший в Каннах приз жюри, комедия «Доля ангелов», фильм Ивана Вырыпаева «Танец Дели», мелодрама «Слова», а также фильм Руфуса Норриса «Сломленные» и документальный триллер «Самозванец». Большое кино на большом экране. Кинотеатр «Спартак». Кинофестиваль «Осень по скриптум».